Здравствуйте, друзья! С вами Антон Дьяченко. И сегодня мы поговорим о том, как конвертировать PDF-документы в Word. Итак, есть два способа. Первый способ – это онлайн, через онлайн-сервис, либо через сервис Google Диск, либо установить программку и конвертировать с помощью нее. Ну, давайте быстренько пробежимся по онлайн-сервисам. Для этого в строке браузера вы вводите так, PDF в... Да-да-да, вот PDF в Word. И в принципе, вот этот отличный сервис. Вот, но там на email завязано все, так что можно сильно проще. Вот оно, convertonlinefree.com. Открываем. Вот, здесь можно конвертировать не только PDF Word, а и разные другие форматы. Вот, у нас пока интересует это. Вы можете конвертировать PDF в DOCX, либо PDF в DOC. В зависимости от того, что вам нужно, туда и переключаемся. Затем мы, допустим, выбираем файлы. Так, где-то у меня был хорошенький, оптимизация Google. Хорошенький. Конвертировать нажимаем. Вот, и теперь ждем. У нас, как вы видите, вот здесь вот загрузка идет. Значит, файла на сервис, затем произойдет его конвертация, и программа автоматически файл начнет скачиваться уже в DOC формате. Итак, ждем. Еще ждем. И еще немножко ждем. Так, Word в PDF можно конвертировать, другие документы в PDF, изображение в PDF, PDF в текст, в B2. Ну, то есть интересный сайт для конвертации, можно пользоваться. Так, и еще ждем. И еще немножко ждем. Мегабайт, наверное, многовато будет, но ничего, мы подождем. Монтаж, если что, поможет. Так, когда конвертация закончилась, у нас, как вы видите, начинает скачиваться документик в формате DOC. Все, мы ждем. Опять ждем. Самое тяжелое — это ждать. Так, есть. Скачивается он у меня на рабочий стол. Вот он. И мы его открываем. Есть. Вот он у нас, значит, уже. То есть текст не выделяется в блоке. То есть можно, в принципе, уже нормально редактировать его. Также, как вы видите, в принципе, очень даже отличное качество. Блоки, рисунчик. Вот такие вот дела. Так, это что касалось конвертирования текста онлайн. Теперь можно установить программку First PDF. Она тоже очень простая. Вот установка тоже простая. Вот. Тут, значит, даже подписано, что куда нажимать. Вот это нажимаете первую кнопочку. Выбираете, что вы хотите. Вот уже выбрано. Затем нажимаете вторую кнопочку. Выбираете, куда вы хотите поместить сконвертированный файл. Вот. Затем здесь необходимо выбрать точные. Все страницы бесплатные. Иначе этот первые два делают только три странички. Нам это не нужно. Мы выбираем точно. Ну, если нам необходимо странички выборочно сделать, сконвертировать, мы выбираем, то ставим диапазон, либо текущую. Мы выберем все. Затем убираем галочку «Открывать», потому что он у меня открывается в OpenOffice, поэтому мы не будем его сразу открывать. Жмем «Конвертация». Так, опять немножко ждем. И еще чуть-чуть ждем. Так.
Где же наш сконвертированный документ? Давайте еще немножко подождем. Так, мы не висим. Нормально все. Сконвертировано. Один из одного, наверное. А, вот он дошел. Так, пробуем открывать. Преобразование какое-то идет. Так, есть. И тут минус один, что текст в блоках получается. То есть, как бы, не очень удобно. Каждая строчка это отдельный блок. Да, его, конечно, можно переносить, но это как бы не сильно удобно. Вот, ну а так, в принципе, все на своих местах и визуально, если не это. В общем, лучше отдать предпочтение онлайн-сервисом, если же нет такой возможности, пойти на тот компьютер, где есть интернет, и сконвертировать его там. Вот. А если же такой возможности нет, тогда уже прибегать к таким программкам. Возможно, стоит попробовать другую программку. Возможно, это, так сказать, косяки только у этой, у First PDF. Ну, в принципе, на этом все. С вами был Антон Дьяченко. До встречи в следующих видео.